Друзья, данный шортс будет пруфом с тестового сервера. Чистка красной медальки происходит именно на тестовом. Что в новом обновлении все так же будет жить данная активность со скипом статика в черных землях. Ссылочка на ролик гайд в описании. Разве что аннигиляция красных точек для новичков потребует не 5.1, а 5.2 сет. У кого не прокачаны мастерки. Но я и выпустил данный ролик заранее, чтобы вы успели их прокачать и подготовиться к обновлению. Заранее извиняюсь, если неправильно прочитал ники зрителей, посты которых покажу. Во-первых, спасибо Топотыга за комментарий по делу. Я правда упустил данный момент. Как вы видите, забираем друида снизу сундучка. Проходим в инвизе на сапогах к задней части сундука и нажимаем на него, после чего на нас агрится лишь сам босс. Мы выводим его в проход и дальше убиваем в соло большим древесным посохом. Но мне также писали в ЛС Дискорда про посох друида. Друзья, можно и на нем спокойно забирать боссиков в соло. Но проблема в том, что он подойдет не для всех. На военачальнике он будет менее удобным и практичным. Говорю сейчас за себя. Однако никто не запрещает взять с собой сэндвич и друидский посох и пойти забирать его. Сэндвич с друидом нужен для новичков, кто еще не приспособился к древесным посохам и темпу игры на них. У вас будет больше здоровья и, собственно, вы сможете пережить больше своих ошибок, что допустите при убийстве красных боссов, кроме военачальника. Теперь Морес 8984 и Мифрил. Ребят, перед роликом я все протестировал на тестовом, и ничего кардинального не изменилось. Желтый и оранжевый боссы остались вообще без изменений. В своем обзоре обновы я говорил, что усиливает только мобов в группиках и запределий. Сами разрабы сказали, что мобов они не планируют трогать во всех остальных видах активностей. Да, возможно всякое, но по состоянию на 19.10.24 все еще актуально. Пишите свои предложения по данному формату и его дополнениям с вашими пожеланиями для удобства восприятия в комментариях. А можем там с вами, как всегда, просто пообщаться. Приятной нам игры и только позитива в процессе. До новых встреч, друзья!